Серьезная эрудиция и воля к победе. В Алматы состоялось интеллект-шоу «Я и Корея», организованное по инициативе молодежного движения корейцев Казахстана. В целом, как бы, конкурс посвящен истории, традициям и обычаям Кореи, корейцев Казахстана. И я думаю, главной целью, здесь мы преследуем цель, активизация корейской молодежи и не только, и популяризация корейского творчества, корейского искусства, обычаев среди казахстанской молодежи. В этом году за звание умников и умниц сражались ученики двух школ – Международного лицея «Дастар» города Алматы и школы имени Дзержинского Каратальского района Алматинской области. Расширить географию проекта организаторы решили неспроста. Дело в том, что 2009 в Ассоциации корейцев Казахстана был объявлен годом регионов. В молодежке справедливо рассудили, что конкурентная борьба не только сплотит учащихся разных школ, но еще и станет для них хорошим стимулом для более глубокого изучения истории и культуры Кореи. Когда мы узнали, что есть такой конкурс, мы просто посчитали нужным, и что это наш долг участвовать, принять участие, узнать нашу историю и как зачесть Дастара. Мы думаем, это как бы сблизит наши школы, вот нашу школу и школу Дастар. Ну и как бы полезно, много чего узнали в процессе того, что вот когда готовились к конкурсу, много чего узнали о Корее интересного. Участникам конкурса пришлось нелегко. Строгие правила интеллект-шоу требовали от них не только отличных знаний о корейском полуострове, но и определенного актерского мастерства. Проявить свои скрытые и явные таланты ребята смогли, разыграв театральные миниатюры, и покорили зрителей. Интеллект-шоу «Я и Корея» проводится в южной столице уже в четвертый раз. И как показывает практика, за это время конкурс перерос за рамки формального и стал настоящей кузницей юных знатоков страны утренней свежести.